Так, тосты готовы. Дети, тосты с молоком. Папа, я не могу, мне нужна твоя помощь. Диана, может, ты сама справишься? Ой, ну где же там мама? Когда же ее из больницы выпишут? Сейчас попробую сама. О, бумажка. Ой. Пап, я попробовала, у меня не получилось. Хорошо, Дианочка, я иду. Ой, я проснулся. Доброе утро, если вы тоже проснулись. Я решил сходить в ванну. Пойду приму ванну. Дианочка, у тебя такой грязный уже комбинзончик. Давай ты его сними, а я его постираю. О, пап, Диан, а вы здесь долго еще? Я хотел ванну принять. Макс, какую такую ванну? Я первая. Катя, как ты можешь быть первая, если ты пришла вторая? Папа, скажи, что я первый зашел. Папа, держи, я все сняла. Катя, Макс, ну определитесь как-нибудь, договоритесь. Макс, ты же мальчик, уступи девочке. Ага, пап, если я ей уступлю, я потом вообще ванну не увижу. Она 3 часа опять будет здесь лежать, песни петь. Ой, а ты как будто не 3, опять как залягет и будет кино смотреть. Катя, я ничего не знаю, я первый пришел, первый пойду в ванну. Макс, я тебе повторяю, уступи девочке место. Ты же мальчик. Дианочка, пойдем. Я попробую найти в нашем доме твою одежду. Кстати, ты не знаешь, где она лежит? О, Катя, а давай кто первый до ванны добежит и включит воду, тот и будет мыться первый. Отлично! Я-то знаю, что я бегаю быстрее тебя. Ну что, 1, 2, 3, 4, 5. А, я первый. Ага, сейчас тебе никогда не удавалось меня обогнать. Ха! Не-не-не, я буду первый включать. Папа! Папа! Помоги! Да, по-моему, они так и не договорились. Дианочка, посиди здесь, я сбегаю и посмотрю, что случилось. То, что здесь случилось? Ого! Катя! Макс! Сейчас я спасу вас! Как вы смогли сломать ванну, а? Давайте, вылезайте, пока держу. Катя, давай, я тебе помогу. Папа, держи, не отпускай. Я стараюсь, Макс, стараюсь. Давай, Катя, вылезай. Ой, только не закрывай обратно, не закрывай. Фу. О-о. Ага. Да, вот дела. Чтобы вы сломали ванну, такого я вообще никак не ожидал. Как ее теперь чинить? Беда. Ну что, Катя, Макс, помылись, да? Теперь и спорить не надо, кто из вас первый. Потому что оба будете грязные. Идите завтракать, там уже все тосты остыли. Пап, а как же мы теперь купаться будем? Да, пап, нам же нужно где-то мыться. Идите завтракать, я подумаю над этим пока. Макс, это все из-за тебя, это ты придумал, кто первый добежит. Еще меня толкал. Катя, да какая разница, сломали там ванну вместе. Эх. Ага, дела. Катя, Макс, мне папа сказал, что вы ванну сломали. Ай-яй-яй, где я буду теперь играть? Дианочка, да мы не специально. А тебе-то что переживать, ты вон какая маленькая, тебя и в раковине можно искупать. Ой, и точно, ни поломка не страшна. Только раковина нужна. Макс, принеси мне мою резиновую уточку. Алло, здравствуйте. Да, вы правильно меня поняли. Да, мне нужна ванна. Новая. Какая? Ну, не знаю, белая. Да, главное, чтобы все работало. Сколько? 15 тысяч? Ух. Ладно, хорошо, договорились. Жду. Да, когда? Через 2 часа? Все. Встречу вас? Ага. До свидания. Уф, вот это тяжело. Нужно было попросить помощи у доставки. Да. Так, вот сюда. Ой, папа, это что? Такая крутая новая ванна, Настя? А, кто здесь? Катя? Макс? А, Диана? Что ты делаешь в раковине, а? Я купаюсь. Правда здорово? Ага. Да, Диана, я вот заказал новую ванну. Не знаю, по-моему, маловато. Но выбора нет. Да, ребята? Папа, покажи мне новую ванну. Ух ты, я первая. Это еще почему? Я первый. Так, дети, знаете что? Первый буду я, понятно? Папа? А что, папа, вы ее опять сейчас сломаете, а я грязной останусь. Да нет, я ее просто только что установил, и поэтому первый попробую, все ли правильно, как краны подключил, а то вдруг там, где холодное, горячее, ну, что-нибудь в этом роде. А когда все проверю, тогда и очередь ваша. А вы рассчитайтесь, давайте по считалке, кто из вас будет первый, чтобы ванну в первый день не сломать. Ну, ладно.
на золотом крыльце сидели Микки, Маус, Том и Джерри, Скрудж, Макдак и три утенка. Выходи, ты будешь Понка. Я еще и вышла, что ли? Катя, ты первая, ну, точнее вторая, после папы. А вы все не угадали, первая я уже купаюсь. Ой, ванна готова, как я ее люблю с пенкой. Обалденно, я очень надеюсь, что все правильно подключил, пока вроде все работает. Так, ну все, я пошел. Нажимаем кнопочку. Катя, мы опять чуть не забыли про приветы. Хочу передать свой привет Игорю. А я передаю привет Салтанат. Передаем привет Насте, Анастасии, Насте и Тиме. Привет Агате и Диане. Приветик Супер Айназик и Наталья. Приветик Даниил, приветик Даша. Ага, и приветик городу Лол. Приветик Софии и приветик Ире. Ну что, ребята, девочки и мальчики, мы с Максом ждем, когда папа примет ванну, а потом я пойду купаться, а вы любите купаться? Пишите нам ВКонтакте и в Инстаграм, мы рады вам! Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые серии «Катя и Макс. Веселая семейка». Еще папа. И Диана. И мама. Детский канал Даринаука ТВ представляет. Подпишись на канал Даринаука, смотри мультики с нами.